Приветствую всех на YouTube-канале Muscle Pro. И сегодня мы поговорим о самых красивых каратистках России. Устраивайтесь поудобнее и поехали! Дарья Туликова. 19-летняя Дарья занимается карате с 8 лет. В спорт ее привела мама, тренер по карате. Сейчас Дарья входит в основной состав сборной России в каты-группы. Каты, если говорить совсем просто, имитация боя с воображаемым противником. Дарья – бронзовый призер чемпионата мира и многократный призер международных соревнований высокого уровня, в частности этапов премьер-лиги, аналога Кубка мира в других видах спорта. Поклонники каратистки в комментариях под фотографиями отмечают сходство Дарьи с куклой Барби. Настолько безупречно и привлекательно девушка выглядит на снимках. Главная спортивная мечта девушки – выступить на Олимпийских играх. Мария Зотова. Мария родилась в Клину, Московская область, и с 10 лет занимается карате под пристальным руководством своего отца, который тоже является потомственным каратистом. Отец смог вложить в свою дочь не только свои сильные качества, но и по-настоящему бойцовский характер. Сейчас, в свои 20 лет, она уже имеет официальный титул мастера спорта «Черный пояс» и входит в топ составов сборной России по карате. В 2017 году Маша победила на турнире Российского студенческого союза по карате и была приглашена в сборную страны, которая принимала участие в престижном японском турнире. В 2018 году в составе женской сборной Мария завоевала бронзу на чемпионате мира по карате в Мадриде, а в 2019 году она завоевала золото в индивидуальной категории на чемпионате России по карате до 21 года. Ирина Троицкая. Эту дюймовочку любят фанаты за ее нежный образ. Кажется, что эта хрупкая малышка никого не может обидеть. На самом деле Ира сильный каратист, которая стремится к личным победам. В спорт она пришла случайно. Несмотря на то, что родители ее любят спорт и ведут здоровый образ жизни, карате не входило в их планы. Ира хорошо играет в теннис и волейбол. Как-то случайно она с мамой и другом отправились в секцию карате, где мальчик должен был наконец-то окрепнуть и получить духовное развитие. Когда тренер увидел Иру, он предложил и ей остаться на тренировке. Троицкая смогла показать себя так, что ее оставили, разглядев большой потенциал. На тот момент девочке было 8 лет. Сегодня Ирина может похвастать званием мастера спорта России международного класса по карате, чемпионством в первенстве России, она также становилась призеркой на международном уровне. Спасибо за внимание, оставляйте свои лайки и подписывайтесь на канал Muscle Pro.